Как часто вы совершаете импульсивные, необдуманные покупки? Ну, не очень часто. Ну, а если это делаете, что вы покупаете? Ну, это, скорее всего, будет нужная вещь. Может быть, не в первую очередь, но нужная. Периодически. Раз-два в месяц. И что это может быть? Телефон, вещи. Самое разное. Ну, в основном это сувениры всякие, я люблю. Во всех поездках, во всех... Ну, я люблю эти лавочки с магнитиками, там, с какими-то ручными поделками. How often do you make impulsive purchases? Very rarely. Я очень часто. Иногда ты думаешь, что когда ты видишь что-то, тебе это нравится, ты думаешь, что тебе это нужно. Потом ты понимаешь, что тебе это не нужно. Самое безумное – это путешествие. Ты увидел, сразу купил и уехал. А у вас? Кофе. Еда, продукты, одежда, развлекать для развлечения разные. А с женой не ругаетесь потом? Вот, накупил. Я нет, я не ругаюсь. Она может быть, да. Ну, я иногда с ней, когда в конце бюджет подсчитываем, уже смотрим, что нерациональноправленно было куплено, то или иное. Удается рационально мыслить. Ну, вы со списком ходите или вот вы просто такой человек? Со списком. Да. Ну, бывает там иногда что-то, смотря с кем иду. И смотря от какое настроение. От этого зависит. Ну, вот одна из них, здрасте. Так что, ну, достаточно часто. И что это может быть, кроме собачки? Да все что угодно, но, не знаю, начиная с продуктов, заканчивая подписками на всякие онлайн-сервисы. Обувь люблю. Обувь. Безумная такой нет. Ну, бывает, куплю, а потом не нравится. Я как-то раз покупала в магазине брелок, а потом об этом жалела. Не знаю почему. Да не знаю, просто увидел что-то, в момент подумал, блин, хочу, как раз деньги четко на это есть. Пошел, купил, три раза этой вещью, ну, три раза ее использовал, потом идешь, думаешь, зачем я ее взял? Только так. А так мелочь не. Самое безумное. Так, надо подумать. Сетбокс Cannibal Corpse. Это классика death metal. Ну, вы знаете, в чем разница между мужчиной и женщиной, когда идут в магазин? Мужчина, когда идет в магазин, знает, что он хочет купить. А женщина начинает думать, когда приходит в магазин.